Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Континентальная хоккейная лига добралась до Новосибирска. Сегодня в шайбу здесь сыграют местная команда и финский клуб «Йокерит». Видели, как высоко оказался Фриман. Теперь, может быть, и нет смысла удивляться тому обстоятельству, что он забросил 5 шайб. Вот, видите, Аланов. Страшно все это смотрелось. Долго. А потом пойди найди игру, которую потерял. Коротков. Фриман. Косило тут свои 5 копеек успел вставить. Определяющее касание, потому что два защитника, и Кивищу, и Фриман остались за лицевой. Вот такое расположение. 3-2, и нападающие все на красном. Выше не поднимались. Дали спокойно защитникам Сибири атаку начать. Но тут уже максимально уплотняют. И Седикову ничего другого не оставалось, кроме как бросать от синей линии. Бросок с дистанции. Помеху создать не получилось. Ювонин шайбу забрал. В своей зоне он крайне опасен. Кручинин. Хороший момент. Ювонин шайбу выловил, но в итоге ее не зафиксировал. О'Нил. Йенсен. Хольм. Прямо в живот. Сятери. Отличный выбор позиции от голкипера. Прочитал эту комбинацию. Йокерит была игра в атаке. И преимущество было достаточно серьезное. Но вот с каждой минутой движение все хуже и хуже. И ошибки следуют у Йокерита. Всегда на стороне обороняющихся численное преимущество. И развести вот это вот построение не получается. Расшатать этот монолит. О, Бьёрнинен гол забил. Прошла на пятачок. Но я об этом, в общем-то, и раньше говорил, что шайба где-то там вот под воротами зарыта. Вот туда бы пробиться, пролезть или передачу сделать. Ну, вот видите, пробился туда Бьёрнинен, прошла передача, и Бьёрнинен просто шайбу принял. Он развернулся на 180 и бросок нанес. Четко под перекладину. 27 секунд до выхода удаленного. Пакаринен. Очень хороший бросок. На скорости. Чуть-чуть приподнимая шайбу. Пришлось складываться Сятери. 10 секунд и комплект состава у Йокерита. Но Сибирь понятно, что будет играть численным преимуществом. Вратаря нет смысла. Значит, не подсказали. Чайковский. Скленечка. Вот как удачно человек удалился. Представляете, вот не удалился бы, не вышел бы и не забил. А так вот, видите, удалился, вышел и забил. 2-0, Йокерит выиграл. Тяжелая игра для гостей. Ну, победа заслуженная. Поздравляем. И давайте Яни Ювонина тоже поздравим с первым сухарем.